Так, друзья, каждой лекции я хочу вас удивлять. Меня удивляет, а я вас удивляю. Но есть такое, вы же знаете, что бывает в жизни. Я призываю еще раз, это полминуты, это мой гражданский долг. Я призываю ученых и чиновников обратить внимание на одно из страшнейших бедствий нашей России, которое появилось с тех пор, как появилось скоростное движение. Человеческие мозги не выдерживают пересечения силовыми линиями Земли, подчеркиваю, силовыми линиями. Вот. Каждый год погибают тысячи, десятки тысяч, а добавим сюда десятки тысяч сирот, коллег, инвалидов в смысле, горе, несчастье. Вот. Искалеченные судьбы. Еще раз обращаю внимание, начните настоящую работу, выяснение, определение гипоаллергенных зон и вот таких вот этих самых знаков, дорожных знаков. Вот. Но начинать надо с науки, они должны доказать, что это все не сказки. Вот. Я это знаю, еще знаю десятки людей, но как-то случилось, что там какая-то антиселекция в верхах. Самые умные туда не попадают. Самые, как их назвать-то, не умные, а умных там хватает. Люди, которые не ради своего присутствия там находятся, не ради себя любимых, а ради нас, людей. Вот. Я прокукарекал. Кукарекаю 20 лет. Помните мои фильмы, которые назывались это. Ой, я уже сам начал забывать, как они называются. Вот. Спасение утопающих нет, там было покруче, потом вспомню. Теперь давайте возвращаться к нашим этим делам. Мне прислали вот эту фотографию. Так. Вот. Она мне очень понравилась. Она буквально такое впечатление, что это чуть ли не цветок растет. На самом деле этот цветок называется гриб. Гриб-тротовик. Вот. Ему приписывают зловещее свойство, якобы он уничтожает деревья. На самом деле, вот, поблагодарю автора этого снимка, огромную пользу принесет всем нам. На самом деле, не гриб уничтожает деревья. Человек с помощью пилы уничтожает деревья. И только там, где мертвечина, там, где мертвые клетки, где умерли живые клетки и стали мертвые, только там поселяются грибы. Безобиднейшее создание, одно из ценнейших, они живые, да, ценнейших существ на Земле. Вот. У нас ненавистью окружены муравьи, вы знаете это, да? Вот эти самые грибы и много-много чего еще. Вот это навело меня, вот этот снимок. Пойдем дальше. Вот. Продолжается работа железного патологоанатома. У меня таких фотографий уже сотни. Так, у меня целая поленница из них сложена. Кого они ждут? Ну, например, однажды, ну, может, кто-то сам вверху. Помните мой фильм, который называется «Открытый фильм. Письмо Путину»? Вдруг наверху заведется настоящий ученый или настоящий не ученый, но просто все, которые мне поверят. Вот. И сверху будет, снизу не получается. То есть сами ученые никогда на это не пойдут. Вот. Потому что считается, что все известно. А по команде сверху, это единственная моя надежда, будет создана комиссия, и приедут прямо ко мне. Я подведу к поленнице и скажу, вот смотрите, давайте составляем этот протокол, вот, то, что видели, потому что они же без доказательств палец о палец не ударят. Сами они ни в жизни не распилили ни одного мертвого дерева или умирающего. Вот. Составляем протокол после этого расширенного заседания Академии наук. Это только один из примеров. Поленница ждет. Я ее не сжигаю, эти дрова. Вот. А потом расширенное заседание, протокол посерьезнее, и где будет сказано, десятки, а то и сотни лет наука развивалась скачкообразно. Вот. Все, что достигалось огромным трудом, селекция, уничтожалось огромнейшим же
губительными агроприемами. Отсюда топтание на место, отсюда строение садов, и отсюда мы жрем это самое. Импортные отравленные фрукты. Вот. А импорты не отравленные быть не могут. У них, значит, обрезка заложена это в саму технологию выращивания деревьев, где обрезка там действительно эти самые насекомые, там бесконечная борьба с насекомыми, а потом и с нами. То есть к нам привозят отравленные фрукты, и уже начинается борьба с нами. Кто-то даже наверняка хихикает. Но не может быть, чтобы ни один чай-академик не знал этого. Что можно избежать отравленных фруктов. Ну почему же тогда молчат? Доказательства? Приезжайте. Вот. Случилось какое-то странное чудо. Вот сейчас вспомнил. Случилась невероятная вещь. Вот. Несколько лет назад я действительно отправлял этот самый, это... Я отправлял письмо, посылку, фильмы, диски, книги Путину. И потом оно пошло, Минсельхоз, оттуда казенный ответ. Но прошло несколько лет. И я уже отчаялся, все. И я вдруг подумал, а вдруг, вот смотрите, мы все друзья, нас тут совсем мало. Поэтому вы уже и так все знаете, новичков почти нет. Вот это вот мой канал «Садоводство по железному». Вот это вот, внимание, открытое письмо фильм президенту России. Так. Позвольте И мне представиться. такое впечатление, не может быть такого совпадения, не может. Вдруг ко мне приходит официальный казенный ответ с Минсельхоза. Прошло несколько лет, они посылали друг дружке, не зная, как мне ответить, им же не хотелось перестраивать технологию. Вот, они посылали, посылали, посылали и замяли, то есть ответа официального я не получил. И, ну, хотя обязаны были ответить. И вдруг, вот смотри, как связать, вот это вот открытое письмо, фильм. И вдруг его... Я понимаю, не может быть такого, что прошло несколько лет, все забыто. И вдруг получаю я, вот, видимо, ответ, потому что, ну, не может быть по-другому, не может быть. Вот он, казенный ответ, вот он. Министерство сельского хозяйства, и знаете, когда она была отправлена? 5 июня, сегодня. То есть где-то кто-то каким-то образом это письмо дошло до чего? Это второй круг назовем. Оно, я волнуюсь, оно дошло, я понимаю, Путину, ну как, не самому Путину, у него большой коллектив этих. Причем я с большим уважением в этом, я же с большим уважением рассказал это Путину. Я обращался к администрации. И, скорее всего, реакция на этот фильм была, не может быть по-другому. Сколько лет тишины? Сколько лет потерян, не просто потеряно. И вот он ответ. То есть они заставили Минсельхоз ответить Железову. И вот, я не 99, я 100% уверен, что причина вот эта. Не могли не среагировать, все-таки не могли. Но давайте посмотрим, как они среагировали. Какие мудрые люди. Вот. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас не буду его цитировать. Короче, я получил точно такой же. Рекомендуем обратиться в Отраслевой Союз. А вам что, ни хера не надо? Я вам агротехнику. Я вам новые сорта, клоны, формы, а эти самые. Для чего вы-то существуете? Я должен обращаться и опять с протянутой рукой, а? Заместитель директора Коровин. И у меня теперь оказывается так. А я следующий фильм, открытое письмо Путину, и начну его вот с этого вот, что я вот это вот возьму и вот это вот процитирую. Обыкновенное, то есть отстаньте нахрен от нас, вот это есть. Самостоятельно решаю. Я самостоятельно решу, чтобы... Смотрите, что, друзья, я разволновался, я прошу меня простить. Вот. Сейчас вернусь, где был. Я самостоятельно решаю, вот это я могу решить или нет? Это десятки тысяч погибших людей. И еще десятки тысяч погибнут. Каждый год. Довели меня, на крик дошел. Вы понимаете, что этим заниматься надо, вы? Как вас обозвать?
Вам правильно администрация президента сделала. Она скинула вам мой фильм. Вы его посмотрели и сказали, занимайся сам, молодец. Ну, еще раз показать эту самую. Моя собственность автора. Да, изобретение вот этого самого предупредить этого ограничительного знака. Да, моя собственность. Даю. И это только начало. Я сколько рассказывал, это все было. Мало того, уже эти мне тогда ответили, те как сказали, вы молодец, книга ваша замечательная. Они хоть книгу прочитали, белорусы. Правда, тоже палец о палец не ударили. Ну что, возвращаемся к обычным этим. Я так удивился, думаю, что это, а потом дошло, господи, это же реакция на мое письмо к президенту. И какой ответ? Типа, пошли нахрен. Вот потому в стране и вот такое творится. Я 20 пунктов написал, как продлить людям жизнь. На 5, на 10 лет. Смотрите сюда. Мы начали тему с обрезками. Я вынужден повториться. Слушайте, а может быть, как-то переначить и следующие такие фильмы называть «Открытое письмо Путина», пока они не достанут сельхоз, Минсельхоз, так к тем, которым ни хрена не надо. Ладно, я подумаю. А пока в рабочем порядке. Итак, вот так результаты любой раны. И потом я буду цитировать. Вот эти раны-то оказываются. Это такое чудо, такое счастье. Ой, потом посмотрим. Мой самый любимый, у меня есть примеры. Я их называю хрестоматийно. Классические. Когда-то, правда, классиком обзовут. И всегда же в Минсельхозе будут сидеть одни эти бездельники. Я думаю, посмотрели фильмы, схватили за голову и давай быстренько менять регламент. Ага, разбежались. Так вот. Значит, я беру, извините, несколько лет назад показал, еще раз показываю. Это очень важный момент. Может быть, кусками им это отправлять опять, так и писать администрацию президента. Ну ладно, подумаю еще. Брат мой тоже подумает, который фильмы монтирует. Вы видите, что я ножовкой мертвое дерево распилил поперек раны, вот оно. Обратите, в первую очередь, поперек раны. Обратили внимание? Поперек раны. И второе. Обратили внимание на гриб. Это гриб трутовик. Он имеет наружную форму. Так. И тело его, как-то называют. Я неплохой специалист в этих самых в терминах. Но нижняя часть расположена внутри. Смотрим. Вот оно. Чуть-чуть сделаем. Поменьше. Вот так вот. Вот это мой для книг, для будущих студентов. Вот теперь вы видите, как я распилил поперек раны. Рана была, дерево погибло. Дерево завоевал трутовик. Вот он. Все, что темное видите, это гриб трутовик. Он сожрал нутро. Вот. А вот это я уверен, наружная часть. Вот он, любуйся. Самые идиотские советы, а их действительно развелось, это взять, отпилить гриб-трутовик и вылечить этим деревом. Вот эту часть. Ну, а его только снаружи видно. Вот. Просто подошел к дереву, а дерево чужое. И отпилил его и спас дерево. Вот это идиотизм, потому что в таких случаях, и вы помните мои фильмы, обязательно через проникал каждый раз. Вот, и никто не замечает из тех, которые их комментируют. Раны не видят. Показывают на эти самые, на плоды паршивые, показывают на листья гниющие, желтеющие, гниющие. Вот, и говорят, гриб, гриб, гриб. А вот этого они не видят. Причина. А причина, и тут же рядом на этих же стволах, на этих же ветках, тут же раны. Они не видят их. Они связи не знают. Вот смотрите, какой я пример привел. Да заодно только эту фотографию, это я лично распиливал. Вот там есть вот такие вот, бензопилой все подряд. Вот. Вот эту поленницу, ее надо это самое, чтобы приехали ученые, я им покажу ее.
Но сами ни разу не распилили. А ведь это фруктовые деревья, это абрикосы. Вот. Ну, это, правда, слива, но от этого ничего не меняется. Косточковая культура. Так вот, глупость из глупости, когда грибы, в данном случае трутовик, а во всех случаях, подчеркиваю, во всех миллионах, миллиардах случаях валят на грибы другие грибы. Вы уже с вами проходили какие. Пойдем дальше. Вот, еще раз полюбовались. Ну, вот посмотрите. Ну. Вот это один снимок этот снимает все вопросы. Один снимок ставит всю науку на уши. Минсельхоз, эй, вы там для чего сидите-то? Вы же с этим расписали, вот том самый написали, что мы ни хера не делаем. Делайте, что хотите, обращайтесь сейчас, ага. На коленях ползите, кредиты берите.